Доберман 33. Такса кроличья гладкошерстная 83. Такса миниатюрная гладкошерстная 88. Вещкольки корки переброк 6. Вещкольки кардиган 4. Бордосский док 27. Каникорса 39. Ротвейлер 46. Бассерон 3. Сибирский хаски 136. Итальянский спинони 152, скиперди 24, Мария-Мавронская овчарка 11, шелти 25, цвет питчер 62, бультерьер миниатюрный 73, шнауцер перед солью 64, бордер-терьер 72, сиба 130, фокстерьер жесткошерстный 81, вест-хайленд-терьер 75, Джек Рассел 76, английский сеттер 150, русский той длинношерстный 188, французский бульдог 189, лагота 173, чихуа-дэше 195, бурбуль 207, якутская лайка 225, 223 той бокстерьер, 154 сеттер-гордон, 157 золотистый ретривер, 209 восточноевропейская овчарка, 145 бибель, 112 пассенджер, 126 самоед, 118 немецкий шпиц малый черный, 116 немецкий шпиц малый оранжевый, 119 немецкий шпиц сверхшная сверхшпиц, 175 кавалер Кинг Чарльз Спаниел, 109 американская акита, 20 – имерская овчарка, 50 – среднеазиатская овчарка, 216 – московская сторожевая, 55 – тибетский мастиф, 214 – американский голый терьер, 179 – мопс, лабрадорный ретривер 161, 94 – акита, 31 – бульдог, 41 – кавказская овчарка, 103 – аляскинский маламут, 47 – русский черный терьер. Четвертое место добавляем. Тарелочки – это не тарелочки. А это сертификаты, по которым вы можете на следующую выставку, только на следующую, а не через 5 лет, как некоторые говорят. А мы 5 лет назад у вас выиграли сертификат. Ребят, на следующую выставку 1 июня вы можете использовать сертификат тарелочку на нашу выставку 1 июня. Тарелочки – это сертификаты на или бесплатное участие, или процентная скидка. Очень сложный квест, очень много собак. Так, эксперт оставил пока собак, из которых будет выбирать лучше. 4 победы.
членов клуба «The Star» и я прошу остаться помочь навести здесь порядок после выставки. Членов клуба «The Star» и моих помощников, всех членов, кто здесь, остаться помочь после выставки, ну, буквально на несколько. Всем спасибо. Все свободны, призовых мест нет, говорит Наталья. Жени эксперта. Итак. Итак. Четвертое победное место в очень тяжелой борьбе, потому что действительно огромный бест. Выиграть здесь просто нереально было, но они выиграли. Четвертое победное место. Английский сеттер. Английский сеттер, четвертое победное место. Третье место становится лабрадор. Победителем такой огромной группы и сертификат в виде тарелочки получает Виджкорд Пеброк. И победителем нашей огромной группы становится Чихуа Клинашос.